Акома Ираковичу позвонить можно? Как у меня не близко сейчас в голове. Сейчас какой-то гибрид получился. Вообще не претендую на балл, вообще не претендую. Так. Я думал там 1, 2, 3. Что, как за фигня-то? Серьезно? Спасибо. Ремус, ты что за бред-то? Все вопросы правдивые. А, ты мне задал вопрос, правда? Всем привет, с вами Ваня Сергеев и Матвей Сафонов, и сегодня нас ждет квиз про Сербию. Поехали! Первый этап первого раунда. Как можно точнее нарисуйте флаг Сербии? Осталось вспомнить, да? А что белого, нет цвета? Что ж такое-то? А помощь Ираковичу позвонить можно? Эра, штая, ништа, не ясно. У меня же тоже серб есть. Михаил Абанец. Надеюсь, что вот так. Ну, вроде как. В центре бабочка. Я не помню, первый красный или синий. Я ставлю на красный. В центре что там у них написано? Делай как я, и как минимум будет не хуже. Внутри точно красное и золотой этот. Бабочка. Либо крест. Так, я закончил. У меня пусть будет так. Почетче. А золотой где? Желтый возьми. Золотой. Короче, у меня орел тут. Я напишу орел просто. Я не знаю, как его нарисовать. Ты флаг орла нарисовал, правильно понимаю? Ну да. Вот так тут получилось. Тут орел, короче. Или крест, я не знаю. Блин. Вот так выглядит флаг. Я с короной только ошибся, золотой. Ты как будто каких-то... Словению рисовал. Второй этап первого раунда. Угадайте двух личностей из России и Сербии, внешности которых мы объединили. Ну это Кириленко и Йокич. Мал. Получается так. А как так быстро? Ну, баскетболист. Йокич Денвер выиграл. Йокич даже я. Да. А, это Джокович и Медведев. Да? Да? Вообще не похоже. Я думал, что следующий Джокович будет, но я скажу, даже так я не понял. Сейчас какой-то гибрид получился. А, я понял. Это актер, который снимался в «Холопе», и наш актер, который снимался... Я российского понял. А я вот этого сербского понял, российского я не понял. Он играл в «Полицейский с Рублевки», правильно? Да, да. Я не знаю актера. Петров, что ли? Ага. Петров и... Милош Гайджин. На «Б» что-то мне... Бикович, вот, что-то такое. Вообще не претендую на балл, вообще не претендую. По 0,5. Игнашевич. Сейчас увеличу. Я не знаю, кто это. Сербский футбик? Кто там, Милинкович Савич есть? Не. Подсказка, он закончил. Не, без меня, ребята. Тут без меня. Подожди. Ну дайте ему подсказку уже. Он играл в Англии. Иванович, что ли? Нет. Походу, что-то в Спартаке. А, Ника Ковач? Как у меня не близко сейчас в голове, не представляете. Из «Спартака» перешел в «МЮ». А, видите, Игнашевич? Да по 0,5 давайте. По 0,5, да. Куда я вообще не близко. Это Якуба вылет из крыльев советов. Вот я вам сейчас найду фотографию, блин, оставьте. Ваня, 3. Вот. Третий этап первого раунда. Разгадайте ребус, в котором зашифрована фамилия сербского футболиста. Диванович? А что там вот это? Кадич? Не, Вилы. Видич? Получается. Спасибо. Ремус. Билич? Славян Билич? А, Хлабич. Подожди. Хлабич? Хлам, что это? Мусор? Бакич! Бабич!
Да, мой. Как я ворую? Точно. Но это мой. Влахович. Украл. Не было шансов украсть даже. Миленькая Вячеславич. Это просто длинное что-то, да? Сказал, ну, что и все. Ну такое там, блин? Владович, что ли? Ракович. Ракович? А-а-а. Первые две буквы на «э» поменять. А, да, я думал там 1, 2, 3. Иванович. Да. Бронислав Иванович. Правило второго раунда. Во втором раунде участники озвучивают друг другу факты о Сербии и футболе этой страны. Задача оппонента угадать, правда это или ложь. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Сейчас скинемся, кто начинает во втором раунде, и поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, давай, я первый задаю вопрос. Давай. Поехали. В Сербии есть свой аналог сиесты. Он включает в себя обязательный кофейный ритуал и неспешные посиделки с друзьями, родными или коллегами. Правда или нет? Да. Типа перерыв на кофе? Чай? Я думаю, нет. Неправда? Правда. А что за фигня? В Белграде живет примерно в 10 раз меньше людей, чем в Москве, а во всей Сербии в 2 раза меньше, чем в российской столице. Правда? Думаю, да. Еще раз прочитай. Думаю, это правда. Не надо перечитывать. Да нет, не надо. Но вопрос, сколько еще в Москве живет, я не знаю. Около 12? Да пусть будет правда, все равно у меня информации нет. Правда. А, ты мне задал вопрос. Да. Правда? Я понял, я... Спасибо за подсказку. Правда, правда. Ну я не понял. Так, погнали, мой следующий. В Сербии не принято снимать обувь, приходя в гости, даже зимой. Это бред, надо снимать. Ну, скажи, правда или неправда. Я думаю, что надо против снимать. Меня играешь? Не, надо, чтобы снять. Это что надо ответить? Это означает, что это неправда. Неправда. Нет, они не снимают. Ты что, как за фигня-то? Серьезно? Ну, если ты считаешь, что это неправда, давай узнаем у сербов, правда это или нет. Окей? Давай узнаем. Не, я не буду, я могу написать просто. Давай. Мы тут квиз про Сербию проходим. Скажи, пожалуйста, правда ли, что у вас не принято разуваться, когда заходишь в дом? Ну все, подождем ответ. Эра! Где Сиваня? Ништа не ясно. Слушай, у нас квиз тут был в Сербии. Ты по-русски понимаешь чуть? Да, да. Короче, смотри, вот я к тебе в гости приду, мне обязательно разуваться или нет? Оуф, я не знаю, брат. Ваня, брат, send me message on English, please. Ван, давай все, увидимся после сборной. Эй, text me on WhatsApp. Да ништа не ясно. Давай. Брат, это зависит от семьи. Но ты обычно снимаешь обувь, когда входишь в дом. Ну, зависит от семьи, видимо, не везде. Ну, может, где-то и есть, типа, ну, как у нас. У нас же тоже где-то есть. Да? У сербов два алфавита. Кириллица и латиница. Оба преподают в школе. Два алфавита? Мне кажется, вопрос поход... Ну, не знаю, блин. Слушай. Ну, я это просто воспринял бы как то, что преподают... Какой-то язык дополнительный, может, официальный. Какой-то замудренный вопрос, давай, правда. Это правда. Ты что за бред-то? Лучше этот бред. Давай ребус. Так, самый дорогой игрок в составе сборной Сербии оценивается в 65 миллионов евро. Правда это или нет? Ну, по нынешним меркам, правда. То есть, не дороже, не дешевле? Ну, Миленкович Савич, может быть, Митрович. Мне неприятно, что ты... Все неправильно отвечаешь. Хотя могу тебя и обманывать, да? Правильно? Да это правда. Я пытался тебя... Нет? ...направить на неправильный путь, но да, это правда. Конечно. Это игрок Ювентуса Душан Влахович. Влахович. Россию и Сербию тренировал один и тот же тренер в разное время. Пусть будет нет, я не знаю. Я не знаю такого факта. Ложь? Да, я думаю, ложь. Нет, это правда. Дик Адвокат тренировал Сербию и Россию. Мне очень хотелось сказать правду, потому что все вопросы правдивы. Нет ни одной лжи, но сначала... Я не буду шоу портить, пусть будет, как я думаю, реально. Дзюба – злой гений сборной Сербии. У Артема лучше показатели по количеству сыгранных матчей и забитых голов в ворота Сербии, чем у любого другого игрока в мире. В мире? Он что, Дзюба такой в порядке был? Не, ну, в порядке, конечно.
Типа там две игры, два гола, да? Типа такого, да? Ну, я думаю, правда. Да. В двух матчах против Сербии Артем забил три мяча. Такого показателя процента нет ни у кого больше. Ничего страшного, есть шанс. Так, шесть игроков нашей российской премьер-лиги вызваны в сборную Сербии на матч против России. Ну, раз все было правда, пусть это тоже будет правда. Нет, это ложь. Ну, естественно. Вызвано 4. Ну, естественно, мне тоже казалось, что много 6, но да. Ладно. Это весь квиз? Да. Еще два таймера. Не, я просто спрашиваю про два алфавита теперь. Да, два алфавита у них. Так, ну, сегодняшний наш квиз по Сербии подошел к концу. Я выиграл, но тебя, к сожалению, проиграл. Да, ты знаешь Сербию, видимо, лучше, чем я. Да. Но я на это не претендую, скажу честно. Смотрите наш матч 21 числа и болейте за нас. Увидимся.